Пошли, пошли, где губки? Вон они, прямо, смотри, перед тобой лежат. А, спончатые губки. Это тут их что ли выращивают, собирают или как? Это морские. Морские губки, ага. Я вот такие, не знаю, везде собирают. Ну, это как у нас грузины раньше продавали на рынке, вот такие губки всякие, ага. Растения какие-то интересные. Посмотри, какие интересные растения. Так они живые? Они живые? Да. О, как здорово. Так это ж как они называются? Ну, я не знаю, это что такое. И сколько такое удовольствие стоит? 4,99. Ой, я вот такие, наверное, сейчас куплю себе, потому что у меня на улице кое-что растет. Смотри, как здорово. Смотри-ка, поставила этого вьетнамку, и она растет. Ей не надо ни воды, ничего. Она сама себе питается из воздуха. Ну, спрыскивать может быть, но вообще она как бы все равно берет все это из воздуха. Так это маленький типа рыночек, не рыночек, торговая плаза. Небольшой. Ой, девушка, какая почуть не поздоровалась. Я все время хожу здороваюсь с этими. Привет. Красотулечка. Серебряные деревья. Пальцы видны. Это я же снимаю своим телефоном. Хай. И вот они, эти вот эти штуки, которые растут. Но они, по-моему, у нас такие в Грузии растут, да? Ну и на море где-то. Или на море. Я не знаю. На деревьях или на море. Я знаю точно, что доллары на дереве растут. Вот они. Ага. А, вот это еще рисовать классно. В краску макаешь и рисуешь. Я так вот сейчас молюсь. Ладно. Идемо дали. Там тоже все в этих губках. Все в волосах. Так. Давай. Давай, идем по этой стороне, обратно туда идем. А вон там вообще водолазные какие-то, водолазные штуки всякие при бомбасе. Ага. Так, вот этот маленький городок, опять я забыла, Тампакс какой-то. Тарпан, Спринт. Вот их как много. Вот их как много. Этих губок. Музычка чисто греческая, да. Ой, прям хочется потанцевать. Эх, почти 7:40. Ну что, идем дальше? И вот там сразу залив. Вот отсюда даже виден залив. Морская губа, Ира говорит, идет. Морской язык. Морской залив. Развратная. Этих всяких. Меня все время что-то на ту сторону тянет. Давай. Я же не могу, чтобы не метаться. Должна метаться. Когда ровно, это не для меня. Для мамы моя дорога это так. Без паркинг $3. Видишь, мы с тобой сэкономили $3 на паркинге. Бросили машину. Передвигаются с колесиками старички, кто не может ходить. Опять она мне приближает. Ага, американец какой, американский флаг, классный какой. У меня куртка такая есть. Но у тебя даже девушка стильная, а вот такие дяди живут. Так, я уже чувствую еду, чувствую запах еды. Вот ресторан Миконос, вот он ресторанчик маленький. А? Цены вообще смешные. А так и людей как много, посмотри. Вот что мне нравится, что много людей. Ой, какая прелесть, хорошенький такой ресторанчик. Ой, как пахнет все хорошо. И вон эти губки на стене висят. А, здорово, такие красивые. Ух ты! Ира, ты как хочешь, меня тянет туда, пока тем более у меня еще видео есть, потому что на моей камере закончилась карта памяти, я уже все-таки приду сюда. Hello!
What is it? Sponge diving exhibition boat trip. Diving? Yes. I can dive? No, the diver. No. The diver dives. Insurance is too high. Why not? I can. It's eight of these, sir. Okay, I'll take two and then they're gonna. I'm going to get pictures too. It's only $8 each. We'll take you out on the diving boat. You see the diver and the part that dives. Can we do right now? They're going out now. Oh, yeah. We're okay. We're going.